Всем привет! Сегодня расскажу, как решить ошибку с бесконечной загрузкой, когда вы в очереди. В свое время эта ошибка вызвала у меня большое горение в моей жопе. Алгоритм решения этой проблемы прост. Закрываете сам интернет, заново его открываете, не заходя на сервер. Заходите в одиночную игру, открываете ту карту, на которой вы хотите играть. Например, сервер держится на карте Pay, вы заходите на Pay. После того, как зашли, игра прогрузилась, вы выходите обратно в меню и заходите на сам сервер, куда вы хотели изначально зайти. Таким образом, у вас получится зайти на сервер. Если что-то не получается, то делаем то же самое, только со сменой ника. Ставьте какие-нибудь простые никнеймы без пробелов, там точек и прочих таких символов. Проблема у меня появилась внезапно, комп у меня мощный, но я эту проблему долго не мог решить и не понимал, в чем проблема. Там чистил кэш, заходил в сам реестр, удалял игру начисто, но ничего из этого не помогало. Пока вот я случайно на такой алгоритм действий не забрел, то есть я проверял очередное обновление в синглплеере и тут попробовал зайти все-таки опять на сервер. Думал, это случайность, но на следующий день попробовал зайти на сервер, меня опять также бесконечно грузилось, и я решил зайти опять в синглплеер на ту же мапу и перезашел заново. В итоге все заработало. Ну а кому помог, не забывайте делиться этим видео, подписываться на канал и ставить лайки. Всем спасибо, пока.